У нас очень тихое, мирное воскресенье. Дети все с утра, с самого утра в бассейне купаются. Решили немножко отдохнуть. Работать не будем, то есть засняли влог для армянского канала Майрик. Сейчас снимаем влог для вас. И что же собираемся делать, спрашиваете вы? Ничего, отдыхаем. Дети купаются, даже старший сын говорит, так хочется в бассейн. Говорит, это не бассейн, это детский бассейнчик. И этот зонтик, знаете, очень хороший тул, то есть инструмент, чтобы убавить лишнее солнце от моего маленького гардена. Садика, да? Чтобы все не сгорело. У нас сегодня почти 90 с чем-то градусов жара. А там мальчик гуляет какой-то. What happened? Looking for that ball. Мячик ищет. Сегодня хочу показать, наконец-то прибыли. It's okay. Прибыли два платья, которые заказала на eBay. Оказывается, эти два платья были из Китая. Но я дочке попросила специально из Китая не заказывать, потому что очень долгое время идет. Потом у меня очень плохой опыт. Из Китая однажды заказала. Не знаю, если следите за армянским каналом. Ара, можешь отрывок платья, когда измеряла из Китая на армянском канале? Можешь отрывок здесь поставить? Просто, чтобы вы увидели качество. В общем, очень недовольная была и сама для себя решила больше. Какой отрывок? Чинакан шорелевор порцумей. Весь отрывок? Весь этот влог был про эти платья. Но кусочками, может быть, или ссылку на это видео внизу поставим. Хотя на армянском видео, но платье вы увидите, как ужасно сидели эти все платья. Кроме одно платье, по-моему, да, как это по-русски, исправили, да. Одно платье можно было использовать, но остальные ужасно было. Anyways, сегодня со страхом буду открывать платье, приведенное из Китая. И вы увидите. Я тоже с вами увижу. Еще что на. Сегодня хочу еще огурцы посадить. Хотя позавчера уже посадила, где у меня свободное место было. Посадила несколько семян. Посмотрим, как получится. Отдыхаем сегодня. Все. Сегодня сын для английского канала приготовил яичный бисквит. Это все, что осталось от этого бисквита. Он готовит, он кушает. Асмам дут хумес, дут тумес. Дети тоже, да, братья и сестры тоже кушают, но он в главной роли. Асмам амналавы дуэс у тумонцо, потому что он еще шеф. От дуэс сарку. И все почему-то думают, у него очень большая страсть к кулинарии, поэтому он решил на английском канале что-то готовить. Но честно скажу, не понимает, что говорит. Думает, хорошие вещи говорю про него. А на самом деле он готовит только что то, что хочет кушать. Сейчас его репертуар закончится. У него остались аджарские хачапури, пончики, пирожки. Что еще? Ламаджу приготовит. По-моему, все. И его карьера кулинарная закончится на английском канале. Думаю, то есть я не думаю, я уверена, он еще скажет, мам, хочешь на русском, на армянском тоже эти приготовлю. И я как хорошая мама скажу, окей, приготовь, покушай, посмотрим, что дальше. Ссылку на английский канал поставлю внизу, посмотрите, присоединяйтесь. Я уже вижу ваши комментарии там. Для них перевожу, как будто я очень хорошо понимаю. Для них, ну понимаю, очень хорошо понимаю, очень хорошо читаю, писать тоже умею. Но слова забываю, потому что очень много лет не говорила. Но это не важно сейчас. Главное, что вы меня понимаете.
Сейчас здесь чуточку уберусь и пойду. Слышите эти голоса? Это тоже мои дети. Но они очень громкие. Старшие очень тихие, младшие очень громкие. Это нормально. Уберусь, пойду примерять платье. Как будто не слышу, что дети орут, кричат, ну, играют. Вчера мама спрашивает: ты еще не получила свои платья? Говорю, получила. Одну получила где-то неделю назад, а ждала, чтобы оба доехали, чтобы примерять. Как ты можешь столько терпения, у тебя очень такое железное, что можешь терпеть и не одеть новое платье? Говорю, я даже забываю. Сейчас времени нету вспомнить что-нибудь такое легкое. Но платье прибыли, купили от сайта eBay, спрашивали, да, где покупаю eBay, но ссылки на платье вряд ли оставлю. Просто ищу white maxi dress, то есть длинное белое платье, или red maxi dress, и что нравится, то и беру. Уверена, что что-то не то по опыту. Такой хлопковый материал, легкий. О, карманы тоже есть, забыла. Сейчас посмотрю, одену, то есть. Но думаю, очень такой просвещающий или освещающий тапанцик. Окей, сейчас посмотрим. Как и догадывалась, очень тонкий материал, легкий, свободный, домашний такой, домашний материал, платье домашнее, потому что дома люблю, когда не чувствуешь, что что-нибудь мешающее одеваешь, да, хочешь, чтобы была свобода. Нравится, Авраам? Просвещающий? То есть тонкий материал, вы уже поняли, про что я. Главное, что поняли, но не видели. И не люблю, когда надо гладить. А это платье надо хорошенько погладить или поутюжить. Что-то в этом роде надо сделать. Сделаю, ничего. Ну, что-то нравится. Стиль очень такой мой. Нара, ладно? Неплохое платье. Белое длинное платье, то, что хотела. Ну, не помню, сколько заплатила. По-моему, 13 или 14 долларов. И не помню, дочка покупала. Я просто картинку смотрела, понравилось. Было недорогое. Free shipping, может быть, с бесплатной доставкой. Для цены, да, может быть, хорошее платье. Это должно быть красивым. Даже ярлык есть такой приличный. Это как платье-халат. Окей, пойду одену. Посмотрим. И не очень белый, такой cream of white color. Не очень белый. Надо погладить опять. We got a good groove. Clap your hands, cause we put you in a good mood. Now that we're one, watch the rhythm speak through you.
Come on, take a chance, now there's no excuse. Tell your friends, do that dance, duck it foot loose. We sitting trance, started up with a few views. We going live, everybody shake your caboose. Split your pants, show your crew, do what you do. It's all in fun till we done, I like how you move. Нашла очень трудное платье. Скорее всего, не платье, а халат. Материал мешочный, но не такой уж тяжелый. Ну, если это платье надо правильно одеть. Не знаю, как красивее с бантиком. Все детали имеют значение. То есть, если... Думаю, с бантиком лучше? Не знаю, ваше мнение мне интересно. Но если это платье одеть рукава вниз, думаю, это просто халат для доктора. Вот так вот, да, очень простой. Все пуговицы пристегнуть. Очень платье-мешок. Но если постараться, надо обязательно быть либо на босоножках, на каблуках, либо на очень стильных этих босоножках на танкетке. С этими с тапочками летними очень вид плохой. Я так думаю. Что еще? Эта часть тоже не очень вдохновляет. То есть с пуговицей чересчур скромно. Я люблю скромно иногда. Но иногда красиво, когда это бац-бацка, это открытие, ну, должно быть стильным или закрытым вот таким красивым. Это где-то в середине остались они. Не так и не сориентировались, куда положить пуговицу. Пуговица здесь, а здесь открывается все равно. Если пуговицу открыть, это будет очень плохо. То есть очень нескромно получится. И очень жаркий материал, я вам скажу. Не знаю. Ну, карманы такие удобные, relaxed fit, очень такой расслабленный стиль, если так могу сказать. Даже себя не посмотрела, это как халат зайца, когда в карате, ну погоди, в карате, да, что-то делает, если не помню. Есть ли другие цвета пояса иногда использовать, желтый? Потом самый хороший черный, по-моему, получится халат для карате. Ну, очень длинный халат для карате. Не знаю, мне не понравилось. А вам? А тебе понравилось платье? Повседневное платье. Повседневное, а? Не то, что-то не то, но и выбрасывать нельзя. Очень хороший халат платье. Просыпаешься, на себя кидаешь. Можно что-то нарисовать. Пускай Люси что-то нарисует. Если Люси нарисует, я уже не могу одеть. Анна или что-нибудь нарисует, это будет детский пускай халат. Пускай цветы нарисует. Очень красиво. Цветы на здесь? Да. А если помою, это белый цвет. Если... Вот так. Поможешь, потом еще раз. Еще раз нарисует. Будет другой платье. Не знаю. Оставьте ваше мнение. Мне очень интересно. Первое платье неплохое. Немножко поутюжило. И вид неплохой стал. Окей. Очень жарко в этом платье. Это, скорее всего, осенний халат платье. Фух. Пойду что-то нормальное одену. Очень плохое, ничего, платье как платье. Окей, пойду поменяю и что-нибудь в саду, отдохну немножко в саду, подкрепи детей. Почти весь день в этом бассейне провели. Очень хорошая штука, рекомендую всем родителям.
Очень большой. Но, наверное, надо еще немножко подумать с чаром. Да. Так, давай. Видите, у него есть расстояние, где можно даже научиться купаться. Are you done? Yeah. Is that in your hand? The pool's so much fun. No. I'm good now. You're good? Yeah. How's that yours? I'm gonna go with that. Yeah. Let's get back in there. So we're gonna fill this pool. Fill this pool with a little more air soon. Mom, I'm coming here back. Okay, come. Alright, so guys. Воды почти не осталось. Не осталось. Все выпили. Спасибо. Лавис, did you have fun? Yeah. Очень хорошо, порадовали. Сегодня это уже второй раз заходят. С утра пошли в бассейн где-то до 5 вечера. Здесь кушали, здесь пили, выпивали, играли. Потом вышли, немножко отдохнули, телевизор посмотрели где-то полчаса, потом опять... Хаджан, ха! Yes, you can. Can I have some too? Yes, if there is. Сегодня сын приготовил это самое. Он купался, не съел, но для него это самое оставили. Арам, надо воду поменять завтра утром. Столько пчел налетают. Не это утром, вечером, ночью. Не, что ночью? О, воду? Да. А, окей. Еще надо подуть немножко и почистить. Окей, Арам, ты иди походи, я хочу сына за арбузом послать. Такой красивый летний вечер хочу устроить. Еще надо купить патио. Как по-русски? Мебель для сада, по-моему, читала в ваших комментариях. В той стороне уже решили. Завтра купим, Арам. А? Окей, пока лето не прошло. А то глазом моргнем, и лето пройдет, и дети вырастут. Бедный зайчик. Дети заказали белый плов. Они плов с рисом называют белый плов. Гречневую кашу называют коричневый плов. Или чемпионский плов, потому что, когда маленький был, сын старший говорил, если ты такой плов съешь, чемпионом станешь, не каким-то чемпионом. Всегда проверяла его эти мускулы. Мускулы после каждого... каждой ложки проверяла его мускулы, и оказывается, очень полезный плов. В общем, мы назвали его чемпионским пловом. Сейчас у нас простой белый рисовый плов из басмати. Басмати замочила в воде, хорошенько промыла, и
Сейчас немножко соли добавляю, масло, авокадо и дам свариться до конца. А муж тоже что-то заказал, мой заказчик. Каждый раз то же самое заказывает. Фрикадельки из чечевицы с булгуром. Вот так вот. Каждый день. Если... Нет, каждый день не готовлю я это. Но если каждый день это для него приготовить, он с большим аппетитом будет кушать и не пожалуется. А сына послала за арбузом, за мороженым, за фруктами. Хотим немножко посидеть во дворе. Ничего сажать не буду. Сегодня я отдыхаю. Хотя, когда сажаю, тоже отдыхаю. С землей, когда работаю, как будто я так каждый день с землей отдыхаю. Но что-то успокаивающее есть в садоводстве. Мои друзья-садоводчики меня понимают. Муж не понимает. Он не очень так увлекается садоводством, как я увлекаюсь. О, жарко. Сюда тоже соли добавлю. На канале уже готовила фрикадельки из чечевицы. Любовь моего мужа. После любви ко мне и к детям он любит эту чечевицу. They didn't have any. Oh. I got you something else though. Not Skittles, right? Not Skittles. Они тоже заказали что-то. Oh, да. Popsicles. Он у нас как Дима Рос. I would turn it off on this. This is Marjorie, but I guess a bunch you would order them. Спасибо. Они конфеты просили. Смотри, как они берут. You sneak one. Yay! We're sharing that. Фрукты разложу. Кажется, там кто-то есть. Окей, фрукты туда. Мои любимые сорбе, это шербет по-русски, по-моему. То есть не мороженое, но не рыба, не мясо. Окей, это в морозильник. Арбуз надо попробовать. Тяжелый. Иногда очень хороший арбуз Андрома. Видите, слова забываю. Выбирает. Такое простое слово забыла. Но иногда ужасный арбуз выбирает сын. Сейчас посмотрим, как ему повезло. Нам как повезло. Он редко кушает. Он не выбирает, он просто идет, берет. Но я его научила, говорила, иди, постучись, если кто-то изнутри скажет, заходите, значит, бери. Он так и выбирает. Дети сразу начали дегустацию конфет. Не лопнул арбуз. Это не хороший знак. На цвет очень даже неплохой. Запах есть. Надо нам в Коско. Наверное, на этой неделе, в середине недели поедем в Коско. Шопинг надо сделать. А, может быть, на этой же неделе поедем Home Goods. Думаю, не закрыли Home Goods, потому что Калифорнию опять закрыли. Шопинг молл. Торговые центры закрыли. Что еще?
hairdressers, парикмахерским сказали, можете работать только во дворе, на улице. Ужас. Не знаю, но некоторые, наверное, работают. Я бы работала, я бы выдвинула все эти скамейки во двор перед парикмахерской и стала стричь волосы посетителям и потом этим драйером туда-сюда волосы разбросать. Ужас. Но люди терпят. Но надо бунтовать. Пока терпят. Пока терпят, но уже не... Некоторым людям это очень даже кстати. Они сидят дома, чеки получают из-за, как это называется, то есть не работают, но за это как будто, не знаю, как слово. Anyway, им это наш сын сидит дома, деньги получает, очень хороший день, он больше денег получает, чем когда работал. Но работы нету, чтобы работать. Anyways. Но есть люди, у которых есть бизнесы, им никто не заплатит за их утрату. В общем, длинная история. Я на место этих людей, если бы я была, я бы организовала бунт и пошли бы бунтовать за наши права. Потому что дети, семьи, они же зависят, да, от работы. Надо работать. Нам повезло, потому что у нас работа на интернете, и мы работаем. Но иногда с мужем сидим и разговариваем, что бы было с нами, если бы мы не работали, и нам не заплатили эти EDD, whatever, деньги. Мы бы голодали, честное слово. Не шучу. Ну, если бы у нас был бизнес. Да, если бы у нас был малый бизнес, это очень ужасный удар по малым бизнесам. И это нечестно, несправедливо. Кто-то в комментариях написал... отписываюсь ваш, то я как-то сказала Ньюсом, то есть губернатор Калифорнии, мэр тоже, anyway, они те же самые люди. Опять закрыли Калифорнию, несправедливо, то все. Кто-то написал, отписываюсь, он за людей беспокоится, чтоб не болели, у вас там цифры такие, не знаю, что. Честно говоря, у нас цифры никто не видит. Цифры они выдумывают и ставят на эти полы, чтобы люди смотрели. Все эти самые люди выполняют заказы от этих государств, то есть не государств, теневое государство, да. Эти заказывают, эти закрывают. Никто о нас не заботится. Никто не заботится, о, заболеете, вам надо дома сидеть, чтобы не болели. В общем, это длинная история. Но нужно быть не наивным. Вот так вот. Хороший арбуз. Не наивный. В общем, немножко рассердилась. Каждый день немножко сержусь, когда думаю про это. Про эти маски вообще. Ужас. Люди думают, что когда им говорят, наденьте маски, а то заболеете туда-сюда, думают, что за них беспокоятся эти те же самые. То те, кто заразили людей, это те же самые люди, которые говорят, надевайте маски. Что это значит? Они сначала вас заражают, потом вам говорят маски надевать, чтобы вы не заболели? Нет, они просто делают с нами то, что хотят. Поэтому с ума схожу иногда, не хочу из дома выходить, не хочу видеть, как люди такие все не то что грустные, как будто безличные все. От этого мне очень грустно становится, а дома себя счастливой чувствую. Я это говорю к тому, что не могу выходить на шопинги идти, чтобы всем было как бы веселее, радостнее. How shut love nervous.
очень хороший вотермелон. Но все образуется. Я верю в хорошее, верю в светлое. Всегда в сказках и в жизни добро побеждает. Будем ждать терпеливо. Не будем мучиться. Очень трудно не мучиться. Будем кушать арбуз и ждать. Утром. Дети тоже помогают. Их целуешь, сразу все на душе спокойно. Ужасные конфеты. Сын как их этот самый Дедушка Мороз в июле. То есть он всегда Дедушка Мороз. Круглый год. Анджа, так тихо ставишь, снимаешь, дорогой. Терпеливый. Наш оператор работает всегда. Он никогда не перестает работать. А его уже готов. Дети поели, все отдельно сегодня покушали. Для него фрикадельки приготовила с любимым соусом барбекю. Будет наслаждаться. Половину арбуза слопали. Очень сладкий арбуз попался, к счастью. Что еще делали сегодня? Ничего интересного, может быть, но день как день. Воскресенье было сегодня. Имейте в виду, в воскресенье люди не работают. Просто отдыхают и за собой не следят. Но завтра, думаю, будет что-нибудь интереснее. Эти пока своими конфетами наслаждаются, никак не насладятся. Не знаю, есть такое слово, но уже есть. Вот так вот, я здесь арбуз открываю, он уже начал монтировать сегодняшний влог. А вы берегите себя, будьте здоровы. Все будет хорошо, все образуется, и мир станет светлее. Так что надеемся на лучшее, будьте здоровы, увидимся и поцелуй. Like your phone connects to an Apple TV and it's like, oh. So it's like when you plug in a laptop. Yeah. To watch the Joker. Okay, on your smaller TV. Okay, but that was me. Yeah, that was you. That was, no, I mean like that was funny when I moved up to here and I was like. Yeah. I moved the TV. Mm-hmm. And then I moved. Like, no, there was no difference in the screens except like 1 inch. I plugged it into the TV, like, it made a difference. What's the name on hot taste? Big Hattie? Big Clabby? You want your truck? Come. No, I don't want to. I want to do the Yes, because it was mine.